Смотри, сейчас играла сборная, и говорили, там Знарок говорит, нам не хватает краев, и болельщики говорят, Данис Зарипов очень бы помог, тем более там связки с Мазякиным, с Дусуком. Действительно, вот никак нельзя было по здоровью играть. Не хватало там ни сил, ничего. Ну, давайте, вот этот это уже этап, как бы он прошел, пройден, и сейчас вспоминать о том, что там не пробил, не был я в этой команде, как бы, ну, не хочется там. Просто, ну, хочу сказать, что я буду стараться в дальнейшие годы пробиваться в состав, как бы, и, конечно же, поддерживать здоровье, чтобы у меня хватило на не только на чемпионат, но и на чемпионат мира. Переживал за Сергея, когда он там играл? Конечно, не только за Сергея переживал за каждого игрока, за каждого участника нашей команды. И мысленно поддерживал и хотел, чтобы Россия все-таки добилась победы на родном льду, но, к сожалению, похоже, этот лед для нас в современное время не победный, так что, ну, будем стараться добиваться побед, наверное, на чужих аренах. И там буду я в составе, не буду, но буду все равно буду поддерживать со стороны. Покажи, пожалуйста, приз, насколько он для тебя ценен? Такая золотая прям шайба. Да, это на самом деле тяжеленько. Такое впечатление, что она золотая. Да. И буду в это верить. Ну, и, конечно, для меня этот приз ценен, как и все, как и любые другие. То есть, но в этом году я удостоился этого приза «Железного человека». И буду, не знаю, буду стараться дальше так же поддерживать таких же, этого уровня, чтобы зарабатывать призы. В отпуске опять на рыбалке, да, любимое увлечение? Будет рыбалка? Пока планы не строил таких, думаю, побыть дома, съездить куда-нибудь, конечно же, порыбачить. Спасибо.